Лесной доктор Михаил Пришин читает Алия в момент из города Баку. Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь тумленных птиц, тяглов, сов. Вдруг в той стране, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы слышали звук пилы. То было, как нам говорили, заготовка дров из хвойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы. Но было уже и поздно. Наша осина лежала, и вокруг ее пня было множественных пустых еловых шишек. Это все дятел отшелушил за долгую зиму. Собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя сумками своей мастерской и долбил около пня на срезанной нашей осине. Два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пылили лес. «Эх, вы проказники!» — сказали мы и указали им на срезанную осину. «Вам вылили нарезать сухостойные деревья? А вы что сделали?» «Дядя дырка наделал», — ответили ребята. «Мы поглядели и, конечно, спылили. Все равно пропадет». Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее. И только на небольшом пространстве, не более метра в длину внутри ствола, прошел червяк. Дятель, очевидно, выслушал осину как доктор. Выстукал ее своим клювом. Понял пустоту, оставляемую червям, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и в третий раз, и четвертый нетолстый ствол осины походил на сревель. Клапанами 7 дырок сделал хирург, а только на 8-м захватил червяка. Вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея. «Видите?» – сказали мы ребята. «Дятель – это лесной доктор. Он спас осину, и она бы жила и жила. А вы ее срезали». Пареньки подивились.